біздің қаламызда таза қала деген бағдарлама қабылдаған болатынбыз. Сол таза қала бағдарламасының бірнеше кезеңдері бар. Бірінші мынау қоқыстарды реттеуді жүйелейтін зауыт салдық. Одан кейін әр аулаларда осындай түрлі түсті әртүрлі қоқыстарды қабылдайтын жәшіктерді қойдық. Енді сол кешенді жоспардың ішіндегі тағы бір жұмыс осы фантоматтарды енгізу. Бұл фантоматтар біздің елімізде Алматыда, Астанада, сол үшінші қалада Өскеменде қойдық. Сейчас эти места будем устанавливать. То есть это, можно сказать, уже следующий этап, следующий уровень нашей работы. Люди должны приходить и сдавать сюда пластиковые бутылки и алюминиевые бутылки. Что это даст? Каждый человек сдает и получает бонус. Этот бонус дает нашим партнерам определенные скидки. Это партнеры различных магазинов нашего города. Сейчас это пилотный проект. Впервые это начинаем. Мы хотим, чтобы у нас была культура сдавать свой мусор и при этом получать бонусы. И это чтобы была у каждого жителя привычка.